что-нибудь показать? Приходи еще. Если меня тут заметят, будет плохо.
Проклятый огонь! Присоединяйся к нам. Ты же моряк, как и мы. Yeah!
Приказов, капитан! Черный песню. Все вольно! Наш капитан уходит! Надеюсь, меня еще не заметили. Hmm?
Сдавайся, наконец. Иди в гавань. Тебя встретит человек по имени Варнава. Тебя видеть, капитан! Thank you.
Скорей! Yeah.
полно пиратов! Стоит отправить Икара разведать обстановку. Он найдет цель. Мы будем здесь, капитан! Вот и он. Мне нужны такие моряки. Вроде подходящий. Зачем оставаться на одном месте? Отправимся дальше, навстречу. Thank you.
Готэм. Он станет ценным членом команды. Этого хватит? Не беспокойся. У нас еще будет возможность набрать в команду больше людей. Думаю, они нам понадобятся. Держим курс на Мегариду. Так-так. Не думал, что мы подойдем так близко. Лучники, готовьтесь! Надать скорости! Вперед! Отдать паруса!
Готовьтесь к бою! Война изменила Грецию. То спартанцы и афиняне, то разбойники и пираты. Боги, спасите нас от самих себя. Гребцы по местам! Воу! Как держать? Корабли перекрыли путь в бухте! Берегись! Живи! Они идут на таран! Все готовы! Атака! Справа! Легче! Thank you.
возвращением! Быстрее! А ну, шустрее! Идем! Вперед! Держи!
Есть! Гребцы, ну! Корабли перекрыли путь к бухте! Готовьте весла! Помедленней! Вытеснить афинян из региона. Вперед! Афинский пес Перикл боится вас! Прячется в Парфеноне с драматургами и софистами! Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя! Он знает, как вы сильны! Он знает, что дни афинян в Мегариде сочтены! Он знает, что дальше черед Афин! Ты прорвал блокаду афинян. Они мешали мне.
Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Если Николаус твой отец, значит, мы с тобой братья. Тебя ударили по голове во время боя? О чем ты говоришь? Волк мой отец, так же, как и твой. Глупость. До того, как он принял меня в свою семью, у него было двое детей. Оба погибли в Спарте. Кроме того, что стоит перед тобой. Ты почти провел меня, но я не вчера родился. Поговорим о том, зачем ты здесь. Какой наемник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придется огорчить тебя. Ты точно тут за все в ответе? Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора – это не то, что нужно наемнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Корабли уничтожены. Но Мегарида по-прежнему в руках афинец. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Как успехи в войне? Блокада Афинин должна была помешать нашему продвижению в Мегариде. Теперь мы вытесним их отсюда раз и навсегда. Лазутчики выясняют, кого нужно убить в первую очередь. Под предводительством Волка... Мы победим. Твой отец, кто он такой? Николаус, волк из Спарты. В детстве я впечатлил его своим мастерством, и он взял меня под опеку. Он сам тренировал меня и в конце концов принял в свою семью. Он мой отец и наставник. Он будет гордиться мной. Ты ведь слышал о нем? В основном слухи. Вряд ли они справедливы. Он умелый воин и великий полководец. Я бы отправился за ним и в царство Аида. Почему для этого нужен наемник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы – наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Заплати, и я помогу освободить Мегариду. Вы все одинаковы. Ни чести, ни совести. Но лучше, если ты будешь биться на нашей стороне. Афинине уже нашли наемника. Так что им помощь не нужна. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афинин на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Это сокровище. Зачем оно вам? Солдатам необходимо платить. Без денег им не захочется гибнуть за чужие интересы. Афинине хранят свои сокровища в крепости у подножья горы Герания. Что нужно уничтожить? Все, что пригодится Афининам. Ищи припасы и оружие. Поиски стоит начать с порта Нисая в долине царя Лелега. Первым делом все припасы привозят туда. Где найти лидера Афинин? Он в Мегаре, под защитой стены целого гарнизона солдат. Но если убить его солдат,
уничтожить припасы и украсть богатство, он будет уязвим. Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афинин на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим? Отправь афинских псов к Аиду, Мисти. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили.